Хейо, гайз, с вами я, Шумик, и мы продолжаем проходить игру под названием Lost in Play. Ну что, мы закончили одну, как я понимаю, историю, у нас осталось еще две. И это у нас вторая история. Алимони Биди? Алимони Биди, ду койерден? Короче, как мы... Помните, мы с вами потерялись. Теперь нам нужно найти путь домой. Погли фуса! Погли фуса! Так, значит, там взять ничего нельзя. У нас монеток, кстати, нет. Ала ринга ла ран! Вот я о том же. Как я понимаю, нам нужно... выставить их о чем-то. Так, ну пока пусть они стоят так. Пусть стоят так, как стоят. Так и питика. Мне нужно 50 для утечки. Ого, опасные голуби. А, панаш уэля фотне. Вы не знали, как попасть домой? Моной зигибо. Ой, бу. Короче, надо монетку. Надо накормить голубей. Эй, пана, ойликун. Здорово, может, бизнес где наш дом? Мне нужно 3 утки. Ладно, 4 утки. Чё я, блин, а? Урецак. Окей, у нас есть прищепка. Серу! А ну поддержишь меня? Бадуба! Так, теперь у нас хлебушек для ворон. Воробей. Так, теперь у нас есть... Йо-йо, осторожно, братаны, у нас хлеб есть. Так, мне монетка надо теперь. Ну, я думаю, монетку мы навряд ли достанем просто так. Ладно, достали просто так. А в бабке сумка точно с каким-то приколом. Сэруп! Вы знаете, где можно найти уточку? У меня там, короче, в сумке... Белка, любовь, бандит, топор... Птица, что-то там. Короче, я бежал за преступником. Тут откуда не восстановится лошадь. Меня отвлекла белка, я наспиздила сумку. Я, короче, взял топор, начал лошадь по дереву, и я упала. Вместе с сумкой. Голуби вдруг меня спасли. И я приземлилась в безопасную лавочку. Ну это, как я понимаю, конец истории. Я должен все в хорошем в этом выставить. Чук-чук-чук-чук-чук. Шла я такая... И тут вдруг... Воровал мою сумку и убежал.
Я полезла за этой чёртовой мелкой воровкой. И залезла. Я сказал, дай сюда. Она хорошо от меня. И... смотрю, кто-то долбит моё дупло. Так, ладно, теперь нам нужно по сумке выполнить все окей. Так, все, сумку мы сделали. Будку получили. Один, два, три, один, два, четыре, четыре, три, это не пицца, алло, я нажал на код, оно перепрыгнуло. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Здравствуйте, с чем вы хотите пиццу? А я не знаю. Без ничего. Томаты, грибы и листья. Без проблем, бро. Чувствую, я не ту доставку сделал. Каменела! Мне кажется, что-то я не ту пиццу ему принес, но мне нужно было еще рецепт пиццы не забыть. Пицца-каном карети пуа. Чуцаки пицца. Мне нужна та самая пицца. Короче, грибы, томаты, зелень, ничего. Запомнили? Ой, это заново вызывать. Ну ладно. Или нет? Грибы... Все, теперь это точно должна быть пицца. Вопрос теперь, что нам делать с грибочками? Ну да, это то самое пицца. Хорошо, у нас есть вторая уточка. Вопрос, где нам взять еще две? Вариантов никак бы тут не так уж много. Эй, пана, хойликун! Тва-тва! Просто нам больше тут идти некуда. А, дома, точняк. Высота домов, ребятки. Подожди, ты можешь сказать... крыши домов разные, просто это держится на синем, хотя синий это вот он. Но коричневый и этот на новом уровне, эти самые высокие. Да, правда. Mm-hmm.
Подожди, а у нас только это было? По-любому там еще уточка. Отлично. Теперь у нас 4 уточки. Потопали. Чего? Это я. Это и мне должна удочка приплыть. Подожди, это я должен взять флажок и еще вернуться обратно. И я энергию могу только ближайшему передать. Ну, понятное дело, что это будет полностью тратить энергию, хотя... ВТФ. Ни хрена не понял, подожди. Все должны вернуться. Thank you.
Вот оно что. Так, сюда, и она дойдет до сюда. Значит, мне надо сделать так. Потеки. Вот это уже сложно в этом. Я ж потом поделиться не смогу энергией. Какая-то утка у меня в запасе по-любому. Доезжаю дальше. Так, раз, два, три, четыре. Я остановлюсь на 75.
эта головоломка была посложнее. Надо парашют открыть. Так, почухать ногу. Так, теперь нам нужно захватить. Вырвались. Так, подожди, это у нас был, получается, вторая часть. Миссия из пяти. Порти-туки! Где-то мы в море, и уже акула на нас охотится. Это шляпа была волшебничка просто. Кальмика! Кальмике! Панагрита хойлекун! Ты знаешь, это что? Аксиола бухея! Уримагам алойоното хой! Хала леора! Портал... Озе кезезута на! Он нам карту дал. Чакапуна! Чакалума! До встречи! Проктихуй! Смотри, это здесь мы сейчас нам нужно побежать до города. Ойлекун! Полита чейла! Так, я видел там летающий домик, робот-самовар, червя. Шлойна на бойни койни! Коли или поли коли! То! Чой. То. Короче, вряд ли можно еще найти кого-то. Чой. Чтобы забрать потом эту банку. То. Надо что-то найти. Так, хорошо, это сверчки. Так, моллюски. Рыба-капля. Странный моллюск с глазом. Медузы, шипастая хрень. Типа креветка. И что нам должно было это дать? Эй, проктоко! Торте угила не пу! Вы знаете, где остров ближайший? Вот там, по пути.
Таково же, да, пусто. Пусто. Чтобы там мимок не оказался. Королева! Каси потита рипота лати! Джи. Пучика ла фукулулу! Набидис буви! Так, нам нужно найти что-то, с помощью чего я смогу погрузиться в воду. Чупкалан? Торте хуха? Надо рыбу. Так, а теперь у меня вопрос, что мне нужно делать. О, рыба. Каченге. Доброе утро. Покачуну бедири. Могу я взять вашу трубку? Хорошо, теперь у нас есть трубка для дайвинга. Набидис буви. В смысле, у нас есть трубка для плавания? Для ныряния? Надо его накормить, чтобы тот высрал. Здравствуйте. Чурок-типу? Что вы делаете? Нужен червячок. Ловит рыбу. Хорошо, теперь у нас есть пиратская игрушка. И как мне поймать жучка, червячка? Хорошо, я получил. Сначала сходим пирата дадим, капитана пирата. Чё, пока ла-ла-ла! Я на все поднять руки. Так, хорошо, здесь больше у нас ничего не нужно делать. Я сверчка поймал. Для чтения секретов. Mm-hmm.
Какие же тайны скрывает эта книга? Так, второго. Эх. Второй. Третье. Четвертый. Первый. Так, короче говоря, сначала слепая рыба. Запомнили, плюс-минус. Так, сначала поехали. Такая рыба. Такая. А, кстати, какая из? Обычная или электризованная? Там будем среди проб и ошибок это делать. Ага, электризированная, значит. Фига, оно сложилось в одну здоровую рыбу? Так, теперь я могу червячка споймать. Заморить червячка. Если... закинуть ему в пасть, я не могу ее, типа, это, я понял. Делаешь? Дурная, что ли? Лови. Так, теперь у нас есть... Ты же хотел, тебе же нужно было червяк. Челевантус. Рибу. Ну, это можно. Ключ. Хорошо. Бесит. Да, надо было мышкой играть. Намного было быстрее бы все это дело. Хорошо, у нас есть... точняк. Капитану надо же это... Рыба была. Кучиналу! Давай сыграем. Надо выставить крабиков.
Чайки очень похожи из этой, из гриффинов. Не знаю почему. И фиг же помешаешь, да? Ну да. Запороть ему быстрее забег. Все уже не получится. Чела, чела, рачела. Ни он, ни я не сложим пазл. Конечно, он думает, что построит фиг. Фиг ему. Фиг тебе, приятель. Быстрее сделаю. Ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Хуа-балу! Ну, видите, у того не было варианта, как походить дальше. Thank you.
даже не было варианта, как выходить. И... уточка. Надо выплывать, выплывать, чтоб меня не зажало. Ага, я понял. Убираем замок. Камнепад, осторожно. Хочу посмотреть, что тут еще есть. Так, там стенка, туда не выплыть. Но снизу у нас уточка, как мы видим, есть. Эх, не доехал туда. Теперь поедем на подводной лодке. И это еще не все. Так, это сейчас, по идее, будет последний, да, пунктик? В этой главе. Ты-ты-ты-ты-ты. Короче, мне нужно закрыть чем-то дырку, чтобы оно не смогло вылезти. Нужна пробка. Хамичика маманина. Хорошо, что-то связано с громкоговорителем нужно. О, крабик пробка. Крабик, пробка. Крабик, пробка. Не знаю, зачем мне этот шарик, но возьмем этот шарик. А, у нас светит нам путь. Теперь могу эту хрень взять. Вот наш громкоговоритель. Так, подожди, а наш чувак внутри этой рыбы? Это вроде бы поменьше рыба. Хамани кубрига фляша. Нам нужно 6 правильных ответов сделать. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Сначала шарик. Густок уменьшается? Или он наоборот увеличится? Как я понимаю, это типа всплеск, это взрыв. Значит, сначала этот. И этот. А
Хотя не, розовая хрень тогда, как это крупная. Здесь хрень это поменьше. Угадал? А, окей. Так. Здесь полосочки две. Логично, что здесь три. Получается, здесь должны быть параллельные ее. Две, две, две. Прям такая и здесь. Так, это уже не меняется. Круг оранжевая. Типа импульса, да? Так, это должно быть, значит, пустой. Здесь, если фиолетовое, значит, должно быть сине-фиолетовое. Здесь должно быть, значит, фиолетово-синее. И там фиолетово-синее. Здесь не может быть два фиолетовых. Вот с этим, может, будет проблема сейчас. Маленький круг. Хорошо, давай, допустим, маленький круг. То есть вот так можно найти. Ну, это тогда не должен ставиться был. Я понимаю, толщина тоже влияет. То есть, если толщина влияет, значит, должно быть вот так. Что-то похожее. Оранжевых мало. Много. Не перечередовать нормально. Просто снизу должно быть кругленькое. Хорошо, давай в обратную. Синий-оранжевый, оранжевый-синий, значит, должен быть синий-оранжевый. Такой. Потому что, видите, тут везде маленькие. Кружочки внутри. Получается вот этот маленький кружочек и вот этот. Это по-любому так должно быть. Это по-любому. Так, теперь здесь маленький большой кружочек внутри. Получится круг.
Здесь должно быть такое. Получается вот так вот. Ну и здесь без разницы куда. Отлично. Ну да, это сложновато было. Это было сложновато. Ну как сложновато, главное в каком порядке все делать. А дальше ничего такого сложного. Не повезло старику. Хотя теперь у него там телевизор есть. Так, ну получается все. Да? Пум-п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 ум. А, нет, серьезно? Я только вот. У нас еще целые два впереди этих. Кераси. Ну давай до конца уши. Надо добить. А на сколько километров идти? Банаку чилейки. Знаешь, где-то? Аксиола бухея. Уримагам алойонотухой. Реучала. Реучелу. Алонганча хуизнбело. Бела! Ворота чакапуна! Чакапуна лекучи лейкилу лейзен. Пулейну шадз. Уклейнам я лойнацик. Ха-ха! О! А может быть и дальше побыстрее чутка, хотя... В натуре дольше это все вышло. Так, через мороженое и кактусные мы проехали и доехали до робота. Бойк, панахой лекун. А можете попасть домой? Дом за вратами очень-очень далеко среди морей, океанов, забучих червей, здоровых котов. Есть идея, давай же построим машину.
Интересно, нам Дим. Динамуне. Нам нужна ткань, ролики. Рагу. И голова. Трабинели. И тогда мы апгрейднем ваш велик. Пана кучилейки. Хочу хати кулюкун. Нам нужно снять колеса. Пойк, панаху. Короче, понятно, то же самое показала. Пронти рабин. О, тут даже есть мутаген в виде черепашек. Койно пуцелеми. Так, а он ролики. Кактус непонятно с чем. Хуйла пентимон. А. Кактус бреется, но все равно еще растет вот это волосы. Ашвелик. Акашу. Так, короче, им надо помочь против бритья. Как я понимаю, этому нужно починить телевизор. Но он одет как... отсылка на Безумного Макса будет. Эй, лагун, куда ты вика? По-любому здесь какой-то код. Блин, только не говори, что мне сейчас обратно ползти. Типа перемирие? Короче, его надо оттуда как-то снять. Манать, сколько тут можно ходить? Шарокти ху? Закуса гафасер! Опа, отлично. Теперь у меня есть газонокоса. Так, бегать, как я понимаю, он быстро не может. Пойдем спросим, как она открыла этот. Хотя ладно, давай, наверное, сразу к этому сходим. Чтобы я потом не гадал. Мне дали бритву. Стоп, стоп, стоп. Я же зачем-то туда пошел за бритвой. Она нам нужна для того, чтобы освободить того чувака, который висит на парашюте.
Но прежде чем пойдем обратно, давайте сначала глянем, как же нам открыть двери. У этой машины, в принципе, такой же... Пойк, панахойлекун! Механизм. Все, запомнил. Неработающая фара два раза... Один раз по номеру и два раза по багажнику. Капоту, капоту. Это ж капот у нас или багажник? Вроде бы передняя часть. Да, это передняя часть, там капот. Так, теперь у нас кассета есть. Теперь освободим этого чувака. Так, теперь я надеюсь, он нам поможет. Чего он мне помог? Уй, динамуне. А, так это ткань мы получали. Ради ткани. Но мне надо все равно ролики как-то получить. У нас осталась только кассета. Сейчас где-то по пустыне еду, так? Раз, два, деревья. Цветы. Раз. Сейчас я в пустыне где-то еду. Где старт хотя бы понять? Так, все еще по пустыне. И поворачиваем налево. Пустыня. Вперед. Вперед. Ого. Правильно. Вперед. 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 Влево. Вперед. Налево.
Влево. 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 Направо. Вперед. Влево. Влево. По идее, сейчас еду по верхней части карты. Налево. Yes. Так, сейчас дождь направо. Вперед. Вперед. А? Тяжко, тяжко. Домик на курьих ножках. Так, я получил руль. Руль получен. Теперь я смогу, по идее, что сделать? Опустить. Вот это все. Хуйла пентимон. Понятно, что-то пошло не по плану. Пана кучилейки. Качувати кулюкун. Там. Сюда нужно по-любому топливо. Или нет? Так, теперь у меня есть труба. Тоже не сюда. Пентимон. Тоже не сюда. Нет. Короче, пон. Возвращаемся к тому чуваку и дадим ему палку. У нас просто не так уж много вариантов. А? Мне это постыло, что надо сделать. Не знаю, зачем мне это пригодится. Лизи бака чойна. Походу он брать это не собирается. А?
Лизи бака чойна. Давай нацепим пол. Нет. Шести. Угольный. Эти угольные. Четырехугольный. Один предохранитель сдох. Класс. Это, конечно, все классно. А, так я могу еще дальше пойти. Так, это тот самый здоровый котик, который преграждает нам путь. Драго поуликат. Драго кате пути как? А что я должен сделать? Я не могу хвост взять. У нас единственное, что осталось, это труба. Но зачем она нужна? Здесь мы больше ничего сделать не можем. И здесь я уже не могу ничего сделать. Мы пробовали, не работает. Хуйла пентимон. Может, кому-то из них дать? Эй! А, нам как раз рычаг. Дронтирабин! Вот. Он нам рычаг сделал. Теперь мы с помощью чайника, как раз то, что я хотел взять, набрать воды в ведро, чтобы оно порвало веревку. О, не порвало. Не могу выключить. Предохранитель, похож на мутаген. Так, кролики. Теперь у нас есть предохранитель для того, чтобы мы использовали и... с камни. Чтобы луч сделал что? Запитал пал. Типа того. Да, но времени на походушки тратится довольно много.
Ситуация как в Аладдине, да? Только мы еще дракона не сделали. Короче, мы должны, нас должны посвятить в драконы. Ящерицы с кристаллами на спине похожи, это ящерки из Dark Souls 1, 2, 3. Ой, Dark Souls, этот... А ну да, Dark Souls. Подожди, я должен был вообще сделать. Так, голова вниз. Вправо. Влево. Значит, там вверх. Смотри, там даже нарисована троечка, если это троечка. Видите слева на камешке? И? А, ладно. Типа направление головы? А там головы не было. Пути назад нет. Так, одну головоломку решили.
неплохо. Там, походу, еще две головоломки надо, или три головоломки сделать, если верить со зверем наверху. Вот это сейчас только третья звезда. Стреляет влево, правильно? Так, осталось еще две звезды запитать. Понятно, что это делает. Да ладно, мне еще цвета нужно будет подбирать.
как мне это провернуть? А хотя знаю как. Последняя звезда осталась. А не, все походу. Так, 52 минуты назад был последний сейв. Это типа он все в голове. Окей, мы собрали, походу, все. Подожди, а ролики у нас пропали? Инвентаря. Нет, остались. Ик. Пум, 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 пум. Да ладно, это все еще этот эпизод. Пум, 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 пум. Да, какие-то эпизодики длинные. Все-таки я на дальше. Пум, 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 пум. Не пойду. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставь лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.